Ну вот как заводится, например, BMW R85R. Включаем хуйню вот этого, да? Смотрим, стоит нейтралки, лампа горит. Нажимаем кнопочку. Пошла. Машина зажглась. Ух, цилиндры. Ух. Ты моя маленькая. Могу бумажку взять, показать, как она все делает, но... Но, блядь, ребята, вот такого кабана себе захочешь, бери. Бери себе такого кабана. Бери себе такого кабана. Кабанчик не простой, а молодой. Я бы взял. А просто бы взял. О, господин. Я бы взял такого кабанчика. Как себе всегда. С такой подвесочкой. И еще там подвесочки для управления руля есть. Ой-ой-ой-ой. Ходит, как швейцарские часы, блин. Это пиздец, конечно. Ох, люблю моего кабанчика. Но это хотя бы бегемотик. Ну, может, покажем. О, часики ходят. О, все ходят. Вот же техника, я ебал, блядь. 21 год, нахуй, ну. Пластмассы мало, только железо. Да алюминиум, титаниум, блядь, BMW, блядь. Я ебал вообще. Монстр.